have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, и как-то вот так вот неожиданно мы сегодня с вами идем в Ванкувер, и это последняя карта. Посмотрим мы, конечно, потом еще и челленджи, и все... Охренеть, как мы начинаем, интересно, сколько у нас мостов? Ни одного, зашибись. Хорошо. Начало просто офигенное. Начало просто бомбезное. Да, мне, короче, хайвей дали. Спасибо на этом, да, но... Ёлки-палки. Ну, ладно. Поехали, немножечко прокрутим. Так, вон Ванкуверский залив, все дела. Блин, тут прям мосты нужны будут. Без них никак, их тут надо будет много. Как-то так оно потихонечку подкралось завершение этой игры. Ну, опять же, мы еще будем в это играть, это абсолютнейшая не проблема. Ну, блин. Вот тут хотелось бы больше карт. Тут прям хотелось бы больше карт. А что это нам? Давайте вот так. Чего вы так дома криво ставите-то? Ну, знаешь что? Не, мне сегодня сюда просто не хватит. Но уже воскресенье. Сейчас нам дадут уже что-нибудь пожевать, новых плиточек и всякое такое. Надеюсь, тут ограничений-то больших не будет. Блин. Воскресенье, давайте скорее. Там людей надо вывозить. Блин, мне пара этих не хватает буквально. Ну да. На самом деле было бы, наверное, правильно вот так сделать. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. Не, дружище, ты сюда будешь. А ты сюда. А я могу где-то... Отсюда она не поместится. Синий все-таки вниз еду, да? Так, значит, не ставим. Среда. Давайте еще прокрутим немножечко. Кстати, мост мне так и не дали, да, красавчики. Домик. Ну, этот домик мне пока смысла нет подключать, на самом деле. Слишком много хлопот. К тому же у меня 6 этих плиточек, оно... Да. Ну вот, я хотел сказать, что если как раз там появится какой-нибудь торговый центр, то это будет весело. Сделаем пока так, и сейчас... А как? Вот как? Вот как? Ну что ты еле едешь? Давай заедешь же туда. А ты еще и вниз. Ну очешуенно просто. Они пока... Они еле едут. Смотрите, синие вообще не хотят двигаться. Просто 40 плиток. Просто 40 плиток. И мне нужно сюда. И мне нужно... Вот сюда. Сюда оно никак не поместится, ладно.
Этот один хайвей, блин, он просто никак не впился. А еще вот этого нужно подсоединить. Отлично, еще один белый торговый. Синий. А что-то прям как-то... Как-то все прям стрёмно и криво, не знаю, мне не нравится. Я бы мост вот здесь, наверное, построил бы, если бы была возможность. Было бы хорошо тогда. Ну-ка еще промотаем немножечко. Посмотрим, чем зона наградила. Пока у нас 3 цвета, 3. Хорошо. Желтый стал крутым, отлично. Доступ к нему пока неплохой. А там посмотрим. Мостик-то, ну не... Неужели ты наконец-то таки? Вот так вот нафиг этот хайвей. А я могу, мне хватит. Мне хватит. Я могу еще и вот так сделать. Белый домик подключим сюда. Вот тут поставим разворот нормальный. Мне кажется, или все машины едут очень неспешно? Что-то прям такое ощущение, что они еле движутся на нормальной скорости, когда. Этой нижней дорогой никто не хочет пользоваться, но это пока что. Это пока что. Мы в конце концов... Белым проще через верх объезжать, да? Трындец. А давайте мы белых уберем тут из уравнения. И пусть они все через низ едут. А, да, я вас слышу, конечно же. Давай вот так. Нет, для желтых надо оставить. Сейчас посмотрим, будут ли сюда белые перецы или нет. Пока они вверху разъезжаются, у них неплохо. Да, давайте еще один моторвей. К сожалению, я считаю, что он мне понадобится. Потому что моста у меня нет. Я бы сейчас взял бы рандбаут, но он мне... Хотя один бы был, но он мне ни к чему сейчас. Поэтому... А вот я про вот это говорю сейчас. Нет, белый все-таки пользуется вот этой частью. Ничего не поделаешь, они туда едут. Ну хорошо, хорошо. Классно, мне нравится. Давайте сюда добавим
Мне бы как-то для синих выход, чтобы они сюда могли ездить. Возможно, им будет выгоднее повернуть здесь. Пока это никак не отображается, но посмотрим. Так, 10 плиток, это опасно. И вот почему, да? А, какой ужас. Так. Сорян, ребят, но это уходит. Будет ехать сюда и аж вот так вот в окружную. Сюда. Хайвейчик. Отсюда сюда. Придется так. 40 плиток. Просто 40 плиток. Вот до задницы плиток надо. Ну, мост дали бы, ребят, ну иди твою. Давай, свали с хайвея. Едь уже с него, дай мне его переставить. Ну что ж ты за человек-то такой? Свали с дороги. Все, спасибо. А, теперь. Вот так. Все, поехали. Даже, наверное... Я бы сказал, отсюда, если сюда поставить, да, перекресток от этих, белые будут сюда ехать, синие будут сюда ехать, хорошо. По идее, это должно сработать. У меня осталось две плиточки, офигенно. Шоссе номер один и шоссе номер два. Дополнительный... Так, это сюда. Докидываем. Так, тоннель! О-хо-хо! Да. Вроде неподключенных домов нету, люди ездят, люди счастливы. Выезд отсюда отвратительный, мне не нравится, там много тачек пользуются этим выездом. Ладно, сейчас посмотрим. Мы, в принципе, к 400 приближаемся. То есть, возможно, прохождение у нас даже... Сейчас засчитает, если тут надо 400, я не уверен, сейчас посмотрим. Да, ачивочка вылезла. Хорошо. Ванкувер мы победили. Ну что ж, с этой точки зрения можно немножечко расслабиться. Но все-таки хотелось бы... Блин, мостов не хватает, трындец. И его предложили всего лишь один раз за всю игру. Это прям печаль. Причем у нас сверху, на верхнем берегу, 6
торговых центров и ни одного домика к ним. Ни одного. Ноль. Чешуительно просто. Но все как-то пока что едет, пока как-то справляется. Сюда. Вот это давай. Тут большая развязка, туда не помешало бы поставить немножечко правил. Дополнительный цвет есть, красиво. Дополнительный цвет всегда хорошо. Нет. Так, вот этот желтый дом, вон там, он на отшибе, я его, наверное, пока что трогать не буду, потому что, ну, очень далеко от него мотать. Ну, прям очень далеко. Вот этот еще зеленый торговый центр, он так в середине вляпался, вот прям, там и так плохой трафик, а его еще такие докинули, на, держи. Машины туда сейчас будут доезжать очень долго, потому что там прям плохо пропускают. Вон их уже две штуки скопилось. Еще две штуки выехали, а ну, там прям, да, неприятно. Туда нужно бы как-то что-то по-другому. Мостик бы туда, но моста у нас нету. Мост упорно не хотят давать, я не знаю, по каким соображениям. Но я понимаю, что, возможно, это уровень сложности. Что, блин, на кругу скопились. Ну, какого фига вы на кругу стали? Давай, карусель, карусель. Кто успел, тут карусель. У нас белых тачек не хватает на развоз. Но дальний торговый центр не справляется офигенно. Мост. Сколько у нас? 44. Сгрузим сейчас, попробуем сгрузить зеленых в ту сторону. Если зеленые будут пользоваться мостом, на что я очень надеюсь, чтобы они не по хайвею ехали. Сейчас посмотрим. Нет, блин, оно поворачивает свою морду и едет по хайвею, оно не пользуется этим мостом. Как выставить приоритет? Ну, блин, ну это же ж просто... Просто трындец какой-то. Этот мост оказался бесполезным. Ну, хорошо, я вас понял. Ну, вот эта дорожка параллельная, она работает. По крайней мере, синие будут теперь по ней ехать так... Здесь надо сделать тоже что-то как-то. Я что, реально буду мост на вот это сейчас тратить? Посмотрим, насколько оно будет полезно. Ну что, там только одна артерия, через которую они едут. Если сейчас это немножечко разрегулировать. Так, домик. Да, они этим тоже начинают пользоваться. Хорошо.
немножечко рассосалось. Ладно, синие вон там не справляются, но в принципе... Не-не-не, нормально, нормально доехали. Так, еще один моторвей, да, хочу. И мне надо зеленых из уравнения убрать. Попробуем сделать вот так. Вроде пользуются, хорошо. Зеленый просто торговый центр там очень неудачно стал. Прям вот неприятно неудачно. Может быть, мы тогда можем вот так сделать. Ну да, так проще будет. Так, домик дали сверху. Этот центральный желтый торговый центр прям трындец как не справляется. Туда закидывают и закидывают. Ага, белый округлился. Офигенно. Насосин где-то еще появляется? Или еще не... Еще уже не появляется. Не, не появляется. Новые дома тут, тут. Хорошо, я вас понял. А, мост дайте, пожалуйста, еще один. А мне вообще уже надо два бы хотя бы, но... Да, белые не справляются, трындец как хорошо. Где пробка? Вон там вижу. Или мост, или хайвей? Давай мост. А, так. Там надо как-то белых разгребать. Сюда не поехали, туда не поехали. Да, дают новые домики. 1000, красиво, красиво. Дают новые домики, но, блин, этого не хватает. О, тут зеленый появился. Откуда вообще? На такой грани прям постоянно. Но это стандарт. Ты подходишь к 1000, за 1000 и начинается вот этот трындец. Мне нужно еще хотя бы два моста, чтобы вот тут вот сделать с левой стороны, там где белые, там где желтые, все это разгрузить немножко. Но нет, иди ты нафиг. Тут люди будут внизу слева в пробке стоять. Но еще мосты я не получу. Сюда едь. Через тоннель. Потрачу на этот тоннель, это не проблема, поскольку, во-первых, мне вроде пока что его тратить было некуда. Ладненько. О, зеленые тут еще продолжают накидывать. В принципе, оно тут относительно по прямой. Пусть. Меня беспокоят белые и желтые, как обычно, поэтому... У меня есть способ решения этой проблемы, но мне нужен или мост, или хайвей. Поэтому пока что улыбаемся и машем. Мне нужно разгрузить вот эти два места внизу, по центру и слева.
как только я их разгружу, то станет легче. Поэтому пока что вон белые там стоят пачками просто. Они не могут ничего сделать. Мост, отлично. Так. Значит. Извини, деревце. Дерево мне очень не хотелось трогать. Сейчас попробуем с помощью вот этого моста снять белых, чтобы они ехали в эту сторону, чтобы они тут не загружали. Слушай, я понимаю, что это радикально, но давайте вот так попробуем. Ну, да они туда не доедут, желтые. Да, желтые лопнут в конце концов, потому что желтые туда наверх просто не доберутся. Из-за того, как тут дома, блин, сделаны криво, они туда просто не доедут. Вот этот сверху. Блин. Да, желтый коллапс абсолютнейший. 1348 человек с другой стороны. Мне кажется, для финального квеста, для финального задания, это вполне себе хорошая цифра. Пойдем... Да, челленджи мы открыли. Пойдем, кстати, посмотрим, что там по челленджам. У нас Токио и Мюнхен. Мюнхен и Токио. О, давайте, я в прошлый раз это делал с бесконечными плиточками. Давайте, мне такие вещи нравятся, поехали в Токио. Блин, жалко, тут не будет поезда этого токийского. Поехали. Блин. Кофеечка. Бесконечные плитки, вот это прям реально круто. Надо будет посмотреть, я на самом деле ни разу это не проверял, есть ли тут типа креатив режима какого-то, который, ну, в котором ты можешь выстроить любые параметры, которые ты хочешь, и при этом сделать что-то такое огромное и функциональное. С другой стороны, приятно, что здесь есть дневные челленджи и недельные челленджи. То есть ты заходишь, и ты можешь сыграть две катки раз в неделю, записать из этого хорошую серию. Мне будет приятно поиграть, вам будет, наверное, интересно посмотреть. Поэтому пока что ставим в таком формате. Я думаю, что эта игра у нас с канала никуда не денется, она будет продолжать выходить. Вот. Пока что в формате челленджи, а потом посмотрим. Они, кстати... А домик можно? Спасибо. Они время от времени выпускают патчи не только на это, они выпускают патчи еще и на мини-метро, хотел сказать мини-рейлвейс, тут моторвейс и рейлвейс, ну да, мини-метро. Вот, и приятно видеть, что они... Блин, трафик лайта всегда в два раза больше будет, тогда берем рандопаут. А вот, приятно видеть, что они не забивают на все, что у них тут происходит. Хотим ли мы тут развязку? Она тут не поместится, отлично. 5 клеточек надо, выписали, я помню. Я каждый раз теперь это держу в голове, но при этом знаю, что 5 клеточек надо. И иногда смотрю на явные места, где необходим был бы рандопаут, и у меня не влазит в голове, а как так, а почему ты не ставишься?
Давай пока вот так вот сделаем. Вот, соединим. Пока что можно дальше играть на перемотке. Я не думаю, что это будет проблема. Чпуньк. Хотя мы можем, конечно, еще и вот так соединить. Эти домики по центру, они будут тогда обслуживать эти два торговых центра. Пока что на начальных этапах и они будут доезжать. Мост, конечно же, пожалуйста. А у меня есть уже два. Хорошо. Много мостов не бывает. Такого безумия, как в прошлый раз, мы делать не будем. С залатыванием дорогами все, что только можно залатать. Мы уже поняли тогда, что это не приведет ни к чему хорошему, кроме того, что у нас возникнут проблемы, которые придется срочно расхлебывать. Поэтому оставим пока что как есть. Мистер Сэндмен. Так, сможешь? Сможет. Нет. Сюда. И сюда. И еще вот сюда. Да, мотор выдавай, спасибо. Получается, нам вот этот кусок дороги тогда сейчас уже и не нужен. Они все через здесь будут ехать. Та-та-та-та. Я сейчас, да. Да, ребят, сейчас. Секунду. Таким офигенным маневром я трачу себе аж два моста. Стойте, а зачем? Ну реально, я так потрачу один... О, я возьму еще один. Я так потрачу один мост. Ну, раз у меня бесконечная дорога, в чем проблема? Вот так. Конечно, это глупость, то, что я сейчас делаю. Да ладно вам. Не, ровно давай. Эти едут сюда. Тот домик пока что постоит. Тебя бы, наверное, подсоединить сюда, что ли? Вот так можем сделать. Блин, домик на острове жалко. Он стоит там. Давай еще один мостик возьму себе. Белые. Блин, белым далеко, конечно, ездить. Это неприятно. Сколько у меня мостов? Есть еще два.
О, хорошо, удачно. Приятно, когда можно не экономить. Ага. Сюда и сразу сюда. Так, ну что ж. Пока... Ха-ха-ха, мост. Да, давай мост. А, пока все работает. То есть, ну я же говорю, что мотровый это хорошая штука, потому что он экономит плитки, но когда плитки экономить не надо, все резко меняется в этой жизни. Может быть, тогда... сделать для розовых тут вот эту вот дорогу, чтобы они сюда ехали. Может, им так будет проще. Но едьте туда, блин. Они туда не хотят ехать. Тогда мы их пересадим, чтобы они туда ехали. Вот. Хорошо. Так, это тут... А-а-а-а, у нас тут... Не-не-не. Не в ту сторону. Так, так. Так. Подсоединяемся, подсоединяемся, подсоединяемся. Блин, давай рандеваут, потому что мостиков мы пока что наелись. Они у нас еще даже есть парочка. Блин, а оно все появляется с такой скоростью. Куда? Куда ты несешься? Синие, фиолетовые. Так, да, фиолетовым надо бы немножечко будет помочь, наверное. Давайте мы им сделаем отдельный хайвейчик. Пусть они из своего гетто ездят сюда. Мост, пожалуйста, да. С острова какой популярный маршрут стал, смотри. Так, синее, белое. Наверное, можем вот так вот еще сделать. И... офигенно. А я не могу там проехать, блин. Значит, сюда. Но потом карту немножечко откатит, и мы сможем. Я вот тут под деревьями проехать. И, блин, белых накопилось просто трындец. А, так. Мы на самом деле можем сделать... для белых обычный объезд вот такой, если получится. А, мотровый, пожалуйста. Блин, домами просто кидаются, знаете, вот так как из шотганов. Где еще? Вот я еще не увидел. Же трешак происходит. Это я там никак не поставлю. На тебе светофор, как бы это ни была ошибка-то.
А так они стоят на зеленый, блин. Какого черта вы стоите на зеленый-то? Ясно. Ну ладно, это мы продули. Причем тоже из-за белых, но с другой стороны. 940. Можно было это сделать лучше, но оно как-то прям быстро такое побежало, и я, наверное, немножечко растерялся. Ладно, ребятушки. Ну, я думаю, на этом будем заканчивать. Увидимся тогда на следующей неделе, поиграем в испытания, потому что сюжеточку мы прошли. Всем, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.